Детским медучреждениям в округе уделяют особое внимание. Так, в прошлом году в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» для первого педиатрического отделения Одинцовской областной больницы закупили новую медицинскую технику и мебель. Дети, это, мне кажется, это те, кого необходимо действительно вкладывать эти деньги. И они за это вот, ну, искренне всегда благодарят. Спасибо вам большое. А мы тем более сотрудники поликлиники. Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, а также окружные депутаты-единороссы посетили медицинское учреждение и поздравили коллектив с улучшениями. В ряд профильных кабинетов поликлиники были закуплены кондиционеры. Раньше в помещениях, расположенных на солнечной стороне, в летний период работать было сложно. Когда наступает лето, и очень жаркое лето, это лето было, и врачи, хирурги, стоматологи, они не могли работать даже в кабинетах, потому что температура превышала нормальные климатические условия в том же кабинете. И нам были закуплены кондиционеры, которые мы установили в кабинетах ортопеда, хирурга, стоматологов. Также в детской поликлинике обновили стеллажи в регистратуре, закупили новую специализированную мебель для врачей и пациентов, оборудовали кабинет врача-уролога и установили детские кресла для забора крови. Стол, стулья, кресла. Но это все да. специализированное. Это все то, что здесь вот. И, конечно, сесть в это кресло и положить просто руку вот здесь, а не держать ее на весу маленькому ребенку, да? Ну, это действительно, это помощь. Депутаты осмотрели кабинеты, новое оборудование и пообщались с персоналом. Результатом остались довольны, но на этом останавливаться не собираются. В планах на будущий год дальнейшая модернизация медучреждения. Когда проводили инспекцию, увидели, что делается правильное дело, востребовано, очень нужно, поэтому и в следующем году продолжим поддерживать детскую поликлинику. И прочих сделаем здесь дел, которые улучшат качество медицинского обслуживания для детей, для подрастающего поколения. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».